Сегодня в Мариуполе на улице Шевченко произошло ДТП. Столкнулись автомобили Део и Nissan X-Trail. В результате столкновения Део въехал в забор частного дома. Местные жители говорят, что смягчил удар скаты, установленные на клумбе. Хозяйка дома чудом не пострадала. Местные жители говорят, виной ДТП стала скорость. По словам людей, несмотря на знаки, ограничивающие движение на данном участке дороги до 40 км в час, водители скорость не снижают, а наоборот. И если раньше здесь периодически дежурили инспекторы ГАИ, то сейчас местные жители давно не видели патрулей. Возместить ущерб владельцы дома должны страховая компания нарушителя. Оба автомобиля были застрахованы. Обошлось без пострадавших.